Всем привет, друзья! Начинаем наш новый влог. Значит, смотрите, что хочу вам показать. Даня сегодня из школы принес вот такое вот удостоверение к памятному знаку. Кто смотрел, помните, они несли службу почетную на Поклонной горе. Около Вечного огня стояли. Да, и около музея боевой славы они стояли, значит, в почетном карауле. И, в общем, выдали такой вот памятный знак. Пост номер один. Так, сейчас покажу вам еще поближе. И удостоверение. Так. Ну, здесь я не буду показывать, что написано, но тоже с этим знаком. Печатью все. Вахта на посту номер один. Так, ну а... Это я сейчас отдам все Даньке, это я просто взяла, он мне показал, и я, значит, взяла, чтобы показать вам. Так что закрываем все в коробочку. И сейчас мы поедем на дачу, но до этого мы, значит, я заказывала очки. Одни очки я заказывала новые, они точно готовы, а другие, значит, очки... В мою старую оправу Ray-Ban надо было вставить стекла, да, и эти, я не знаю, готовы или нет. Вот какие-то японские линзы. В прошлый раз у меня были французские, но японские сказали потоньше будут. Вот, так что едем. Ну все, в общем, я ухожу. Даня за мной закрывает дверь. И чего тут со мной? Все, Данюш, пока. Пока. Идем, идем. А Сережа уже... спустился и должен быть... А, вот он подъехал. Видите, вот машина. Как раз Сережа подъехал и будет ждать меня. Побежали с вами? Побежали. На улице у нас сегодня очень тепло. Плюс, не знаю сколько, 12 градусов. Вот, я в легкой курточке. В легких штанах, в общем, в кроссовке. Вот так снег пораскидывали у нас чуть-чуть, чтобы он таял. Вообще, видите, уже сухо. Я без шапки, как видите, вот. И про очки хочу сказать, зачем я их делаю. А у меня очки, которые Ray-Ban, там чуть-чуть поцарапалось. И я пошла их, значит, ну, ставить новые линзы, потому что мне они... Ну, мне очки я ношу все время. Вот, вот эти очки... они с более маленькими диоптрами, они мне не очень удобны. Вот, в общем, я пошла вставить туда линзы, ну и заодно увидела другую оправу и заказала ее. В общем, один заказ мне прислали, что готов, а второй не знаю. Может быть, они просто прислали на один, а готовы оба, может нет, сейчас все узнаем. Сережа вот злится, потому что, видите, у нас машина стоит в... Ну, он ее ставит в гараже, и там деревья, и из деревьев там садятся птицы, и вот загадили ему все лобовое стекло. В общем, он зол. Мы уже, он стоял, ставил машину в одном месте, потом стал, попросил переставить машину в другое место, потому что там вообще были сплошные деревья, вся машина была вот в таком меченая. А теперь переставили в другое место. Но там все равно есть ветки, и все равно вот такое происходит. Короче, надо будет... Если не поговорил, пожалуйста, чьи-то деревья, и вызову машину, чтобы спилили. Я не собираюсь это терпеть. Так, ну а по очкам сейчас скажу. Буду каждый день машину драить. Может, просто не ставить туда? А или... куда же не ставить? Раньше ставил. Я не буду здесь ставить. Значит, просто вставить в мою оправу вставить линзу. Вот, видите, написано линза. Это японская. Ну, у меня была французская, когда-то у меня была корейская. Ну, сказали, что японская хорошая. И она вроде чуть-чуть потоньше, чем
французская. Хотя точно такая же, как у меня, тоже у них линза была. Значит, просто вставить стоит 14-214. Это, значит, видите, каждая линза по 6-180 и работа около 2000. Так, и то, что я заказала с оправой, это вот стоило 17, ну, почти 18 тысяч. Тоже те же самые линзы, работы, плюс еще оправа. Едем в Пятое авеню. В Пятом авеню я заказывала в Очкарике. Подъехали мы к Пятому авеню. Кое-где еще вот грязно. Вот. Ну а вот где уже солнышко все подсушило, смотрите, как классно. Сухо. На парковку Сережа не стал ставить. Поэтому. Я пешком идем. Более простой камень. Ветерок такой. Но уже весенний, прям совсем. Все, меня тут слышно. Ветерок весенний. Так, а что это такое? Уже твоя карточка. Так у меня не сюда карточка. Сюда. Нет. А не знаю, вот вы можете посмотреть, что там мне на приходили какие-то смски, я не знаю. Это... Будешь мерить? Да, сейчас померю. А когда? Так? Очень хорошо. Видите, одену сразу. Завтра, да? Ну хорошо, значит, потом. Ага. Так, это еще мне сюда. Ну так удобно. Хорошо. Как, нормально? Да. Это. Пойдем купим воду. Так, ну что, девочки, мальчики. Думается, бегом. А. Да. Форцовый. Надела я очки. В общем, буду уже сразу в них идти, потому что, я говорю, в тех мне не очень удобно. Кстати, знаете, что вам скажу? Видите, вот это мы подходили, или Дебатте Сефора, она закрыта. А мне Маша дарила на день рождения карточку от нее. Год должна была действовать. Ну и как же теперь ее использовать? Там, кстати, 10 тысяч. Надо спросить, может, их, а? А, до 7 марта. Я еще в марте, а они уже вообще не работают. Пипец, блин. Не знаю. Списюкали деньги и все. Вообще надо позвонить по горячей линии, тебе не кажется? И узнать, что это такое. Виль де Ботте. Да. Вот такие дела. Если вы вот обладаете действующей подарочной картой положительным балансом, мы предлагаем вам воспользоваться двумя опциями. Дождаться возобновления работы и потратить номинал. Срок действия карты будет продлен. При наличии фискального чека
карты вы можете воспользоваться опцией возврата. Ну вот, не знаю, откуда чек-то. Чек уже поди нет. Смотрите, какие большие они. В общем, я сейчас ходила в маленьких, ну как, вот эта замена моя была старой. И сейчас прям так хорошо мне, что я везде, куда ни смотрю, вправо, влево, везде все хорошо видно. В общем, мне нравится. Действительно, они даже чуть стекла потоньше, чем... Ну, мне так кажется. Хотя, не знаю. Те тоже у меня были такие нормальные Ray-Ban. Ну, мне кажется, что это чуть потоньше вот, ну, стекло выходит. Не Ray-Ban. Я понимаю, я имею в виду, что правый Ray-Ban мне тоже нравилось. Вот, стекла там, я говорю, стояли французские. А здесь вот японские, ну, тоже нормально. И особенно, вот иногда китайские стекла, они как-то, не знаю, то ли они как-то центруются странно, не знаю, но ты их одеваешь, и какое-то вот ощущение такое все равно не то. А тут нормально. В общем, и слышали меня, что подарочная карта, если чек сохранился, можете, значит, вернуть деньги. Но интересно, вот дарят карту, кто чек сохраняет? Мне кажется, никто не сохраняет. А так ждите, когда откроется. Ну, значит, видать, они хотят еще открыться. Ладно, будем ждать. Будем ждать. Написано, что срок действия карты будет продлен на тот момент, когда они закрыты. Но она у меня и так до 31 декабря 2022 года. То есть, в принципе, еще до Нового года была. А сейчас еще продлят они.